Ребят, всем привет, с вами Вятка, сегодня проходим Modern Warfare 2, Call of Duty, давайте начнем новую игру. Вчера проверял, как будет вообще запись у нас, все это. Вот, посмотрим, тут заставки просто офигенные в этой игре. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Уничтожаешь одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. День-другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули. Будьте начеку. Будет исполнено, генерал. У нас сегодня занятие с новобранцами на полигоне. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, пустая трата пуль. Вы мазила и выглядите, как придурки. Рядовой Ален, что я имею в виду? Понятно, что я имел в виду. Дождь пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельте с помишени. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Укрытие малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вас. И последнее, по счету, но не по значению. Осколочная граната. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранаты так, чтобы поразить сразу несколько целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научитесь. С возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Сделай одолжение, выбери пистолет. Видел, как быстро. Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. Тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших. Но рядовой, с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Сделай одолжение, выбери пистолет. Видел, как быстро. Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отчет времени. Зачисти ты, друзья. Ну, давай! Thank you.
превосходно. Ты просто профессионал. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Ладно, иди наверх к остальным. Всем хантерам, внимание, мы выезжаем. Не выходит на связь. Все по местам, начинаем движение. Мощная армия в истории человечества. Каждая битва — наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. За работу! Так... Надо перебьем всех повстанцев у нас тут. Воу, 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 воу. Они стреляют там. Так, не попали под ствольником. Давайте вот так вот. Одни попали. Повыше. Бам, минус 3. Ягу! А туда, бам. Минус 2. Хантер 2-1, это дьявол 1-1, длиной 15. Расчетное время 1.5 минуты. Курс на Сьерра 3 к северо-западу. На борту 2 Джейдам и 2 Харм. Прием. Воу. Ждем. И снайпер там бьет где-то, что ли? Кто тут меня? Вас понял, Хантер 2-1. Начинаем заход. Цель подтверждена. Меня кто бьет больно. Уходим, давайте. Камер. Где наш хаммер с пулеметиком? Давай сюда любил вот так вот делать потом. О, минус один. Так, поехали. Ну тут диалоги просто офигенно, ребят. Это вот одна из самых лучших Call of Duty, по моему мнению. Там могут быть противники. Мечеть какая-то. Ничего, тут чисто. Да.
исламские какие-то эти. Осуждаю на всякий случай. Тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята. Это дикий запад. Вас понял. Нет верблюда. Прикольно. Следите за переулками. Сейчас вроде, сейчас вроде как перестрелочка будет, ребят. Нет, просто наблюдают за нами. Зуб даю, это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Вы их видите? Видите? Всем хорошо. Минус один. Приготовиться к бою. У нас тут снайперский огонь с нескольких позиций. Бам! Плюс контузия просто сразу же. Валим, 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 ребята. А там армия бежит. Я его уже убил, а он успел выстрелить, как гад, блин. Давайте валим, 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 валим. Вставай, 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 вставай. Так, давайте возьмем калаш. Они наверху. Отойти от этого фокуса. Не закрепиться на их. Давайте плашечку дадим им туда. Применить светошумовые. Так, у нас еще один здесь отберут. Зарядиться у нас тут немножко экрана и чипы. О, ну к шоне, блин. Что у нас тут есть что-нибудь? У нас делали для школы. Тут у нас еще будут ребята, вот они. Воу-воу-воу, это не меня цена. Рано ветеран не играл. Не так мы давали по голове. Только что проснулся, ребята, извиняюсь. Да, вот чпок туда, клошечку нахуй. Это подсольника, да? Принято, Хантер 2-1. Следуйте в точку сбора осторожно. Могут быть мины. Огонь.
Да, уходим. О, ребята, давно не играл. Забыл все. Что у нас там дальше-то? Рядовой Джозеф Аллен. Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Значит, добыча Макаров. Макаров это что, уже типа сейчас будет? Типа не слово по-русски? Убивающий направо и налево. Помни свою легенду. Рада? Она залог выживания. Она же вроде не вторая же миссия. 1-4-1. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Ой, извиняюсь, дискорд не врубил. Они на задании. Сейчас цель 5 модуль секунд. Автоматической системы контроля в тылу врага. По колено воде. Я бы сказал, не могу это вроде, да, ребят? Сейчас с Махтавичем пойдем, с опом. Сейчас тогда уже экшена будет, хоть жопой жуй, блин. Перебор окончен, пошли. Жабу курил-то ты? Пойдем. Блядь, я здесь забыл как ходить, ёпта. Давайте так пойдем. Что-то было написано Казахстан? Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Ага. Порядок, лёд крепкий. Со мной. Ну, давай. О, я помню, когда в первый раз, когда проходила, в 2010 году, и в 2009 даже, может, когда она только вышла. Ой, сколько раз я здесь упал из-за мышки, было там за 50 рублей. Блин. Давай, соп, ползи, не упадешь все равно. И это, там эти клики, они бывали тоже, то ли двойные, то ли что, короче, там вообще был просто ужас. С FPS тоже у меня была проблема, сейчас тут сижу, играю, у меня там 300, 400, 500 FPS, как бы, а там было максимум, может быть, 25-30 на то время. Ну, и тут я тоже думал, что все ГГ, короче. Ну, опа. Проверь датчик сердцебиения. Да есть, все, давай. Ты сейчас должен видеть меня. Давай, быстрее. В смысле, он не умер, я же ему уже в голову попал. А, у меня USP есть и это, да? Просто, ребята, не что так быстро прохожу, чтобы типа, ну... Затягивают очень много типа обучения и так далее. Это все. Идешь? Если вы хотите как бы проходить тупо по сюжетке, чтобы я проходил типа не быстро, не так вот типа вперед всего этого, давайте без проблем. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием Бурана. В такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Так, минус один. Прячься, один тебя заметил. Есть, я перехватил их переговоры. Двигайся на юго-восток и заложи взрывчатку на заправочной станции. Если что-то пойдет не так, переходим к плану Б.
Хотя это сейчас УАЗик выйдет. Машина, лечься. Вот это выстрел. А как ты увидел? Там машина проехала, не проехала у нас? Да, что-то там вроде проехало. Давайте пойдем дальше потихонечку. Противник справа. Они тебя заметили, прячься. Блядь, ты забыл про этого проправа-то, ёбаный в рот, ребята! Пикаем нахуй. Давайте фастом. Ой, меня еще убили, охренеть! Что-то я замешкался как-то. Отличный выстрел. Давайте про этого проправа сейчас не забудем. Что-то я на датчик сердцебиения не посмотрю. А что туда его туда раньше не убил? Дуралей, блядь. Так, у нас здесь три врага будут, да? Насколько я понимаю, да. Похоже, у нас тут проблема. Жди. Они тебя заметили, прячься. Никто меня не заметил. Не музыка здесь, конечно. Возвращаются на посты. Да, вот так вы знаете, типа возвращаются на посты тупо. Спокойно. Какое-то движение на полосе. Прячься, ты потревожил охрану. Тут где? Группа бойцов. 20 с лишним, похоже, идут к тебе. Внимание, машина остановилась. Вот и заправочная станция. Он слишком много говорит. Осматриваются. Ты ее нашел. Я тут еще кое-что перехватил. Насчет спутника. Так, подожди. Давайте пока потихонечку сейчас будем стекать. Ага, похоже, спутник в дальнем ангаре. Беги туда, быстро. Так, минус один у нас. Вижу крупные засветки возле вышки. Похоже на БМП. Не суйся туда. Ну, он сейчас уже здесь будет. Смотрите просто. Криптованное чудо. Пейзажами любуемся. Что? Пошли. Пиздолаж же ты хороший, чё ты мактавишь? Найди наверху модуль автоматический. Ох, сейчас, блядь, я, наверное, сдыхать буду, ребята. Так вот он у нас модуль. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Говорит майор Петров. Выходить с поднятыми руками. Роуч, переходи к плану Б. Четыре! Прижмись к стене и жди. Укрываемся за мигами. Идем через предангарную площадку на юго-восток. Да ёпта, нихера не стреляю тут. И книгу я тебя прикрою. Ну ты меня прикроешь, блин. Стоп, Ром, быстро! Ну ебут как бы, если чё, блядь. Прикрывальщик, блядь. Воу. Я помню, когда так снегоходец убил меня, аж флешбэк был, когда он меня убил. В то время, когда проходил вот это стреляю по нему, он просто мне в башку пролетает, блядь.
Поехали с горочки. Опа. Закриптованный, блядь, закриптованный, сука. Давай, садимся. О, сейчас будет отключить. Основная точка под угрозой. Следуем в запасную точку на транспорте противника. Встречайте нас там, прием! Право 6, это Кило 6-1, вас понял, отбой. Противник сзади! Отрываемся, быстрее, быстрее! Нормально подрезали, нормально. Нормально нам чувак прыгнул в дерево. Воу-воу-воу. Успокойся, брандулетик маленький. Воу. Что такое, мы было ничего интересного у нас было. Прикольное, да. Право 6, у нас мало топлива, доложите обстановку. Кило 6-1, мы под обстрелом, но почти все, уцели, летим. Быстрее, вперед! Это классно было, как черт, пацаны. Он сразу все никуда не едет. Вот и у нас вторая миссия пройдена. Группа 141 захватила систему автоматического контроля. Ребят, еще раз. Извиняюсь, что-то игра вылетела. Как я понимаю, это та самая миссия, ни слова по-русски. Ха-ха. Алексей Бородин. Макаров. Помните ни слова по-русски. Зачем насчет этой миссии осуждаю? Осуждаю. МВД. Ну давайте. За что? Ты знаешь, что я предатель не думаю? Зачем так рано до меня? Зачем вот бегут ребята? Здесь все сюжетно. Так, не мучайся, пожалуйста. Так, не мучайтесь, пожалуйста. Осуждаю. Не понимаю, почему здесь нельзя, типа, бегом идти никуда. Именно бежать. Что, в случае чего? Неподчинение? Ну, пускай они кератят, я не буду. Мне жалко людей.
Бом. Здесь. Пошли. Амстердам, Копенгаген, Берлин, Париж, Москва. Мы же в Москве, нет? Ну ладно. Это что, типа, это же типа дом, дома дедова из Внуково, что ли, или чё, блядь? Лев. Захай его, господи. Бля, Макаров же не пристрелил нас. По ногам же так херачит, ёбаный в рот. Что молчу? Поставь его. Вот оно. Ну давайте посмотрим. Сюда. Ну давай, иди сюда, чего ты. Ой, что-то у меня куда-то игра. Что с игрой, блядь? Я всегда качал эту версию, даже специально сохранял эти что-то, блядь, она вылетает на этом компьютере. Не, все понимаю, но 0-0-4 реанимация. Не стрелять! Ну, шевелитесь, машину! Да, Макаров, хороший подарочек мы им преподнесли. Это еще не подарочек. А вот это подарочек. Американец думал нас обмануть. Когда обнаружит тело, шум будет на всю Россию. Давайте посмотрим. Теперь Икея. Прикольно. Русские этого просто так не оставят, прольется много крови. Да, и у нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Генерал Шепард. Что мне на улице, когда херня? Макаров первым нанес удар.
Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Рио-де-Жанейро, Алехандро Рохас. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Что сейчас за роботи? Ребят, давайте тут пока сделаем паузу. Давайте, короче, ребят, пишите свои комментарии, ставьте лайк, подпишитесь на канал. Давайте добьем хотя бы 150 подписчиков, там, не знаю, к концу мая. Все будет хорошо. Давайте, спасибо, ребят, всем за просмотр. Удачного вам дня. Спасибо. Удачи.